Я вас приветствую, уважаемые друзья. Мы продолжаем проходить Killzone в плену сумрака. И немножечко я понял. Хотя немножечко, а понял. Куда же нам нужно будет направляться сейчас? Вот сюда, наверх, по этой лестнице. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне звуки как-то меня пугают. Какие-то они здесь... Ага, вот они, вот они. Хорошо. Главное здесь быть точным, потому что враги находятся на приличном расстоянии. Ну, сами понимаете. И дрон здесь наш не в силах помочь. Нам кажется, сюда. А лишь бы на поезд идущий не нарваться, ну, вроде бы здесь все спокойно. Так, а что у нас здесь? О, черт! Черт, вот они, вот они, вот они, вот они. Слушайте, а по звуку такое ощущение было, что он где-то... Можно было сверху, конечно, забраться, где-то поблизости. Ну, давайте. Так. По коленкам ему. Да, друзья. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, взламывает, да? Ну? Поезд зачищен. Тут повсюду убитые гражданские. Берите поезд на Нижний Восточный. Вот чёрт! Они пускают ракеты. С этими крейсерами. Нагревают двигатели и вооружаются. Поднимите их в воздух немедленно! Ну давайте попробуем. Так, 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 друзья, вон они, да? Вот черт, хорошо он не попал. А, там еще один ракетчик. Какого хрена? Они здесь неплохо вооружились, однако. Хорошо, минус один. Ой-ой-ой-ой-ой, снайпер — это плохо. Ай, давай, перезаряжай быстрей. Ага, он там наверху, попасть нас не может. Я очень не люблю снайперов, это такие подлые. Я даже не знаю, как правильно назвать. Остались ты и я. Нет, это слишком. А что вы скажете, не слишком? Только посмотрите на это. Какой противовес идет против нас. Ну хорошо, оружие позволяет, добивает. Даже без каких-то оптических прицелов. Так, вон там вот, да, бежит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще. Я стреляю!
Вау. Так, друзья. Запускаем дрона. Отлично. Ну и спускаемся. Так, нам нужно будет вернуть поезд под контроль. По-моему, уже на нашем счету это будет третий. Так, ну здесь вроде бы все чисто. Это хорошо. Так. Друзья, мне очень боязно здесь пробегать, да. Так, и здесь у нас как-то нужно будет туда попасть. Каким-то образом. Там вот, наверное, есть спуск. Есть какая-то лестница. Спрыгиваем. Так. Что ж, посмотрим. Нет. Мы немножечко до него не дотягиваем. Значит, хорошо. Давайте дождемся поезда. Отлично. Ну и попробуем спрыгнуть. Есть. Так. Отлично. Как же мне нравится зачищать вагон за вагоном. Это незабываемое чувство. Ну, открываем дверь. Пульсар, это тень. Я в последнем вагоне. Тут полно взрывчатки. Черт. Бомбы соединили в цепочке. Я не успею все обезвредить. С ума сойти. Что ж, друзья, жара. Мы не можем позволить ему доехать до станции. Так, по креплениям, значит, бить, да, говорите? Ну, давайте. Вы понимаете, она может перегреваться, наверное, эта пушка. У нее такое есть свойство, и она ужасно неточная. Ну, попробуем. Хорошо. Есть. Молодец, солдат. Ты спас сотни жизней. Восточная Векта. Источник сигнала там. Мы впервые знаем, где его искать. Ну, если знаем, значит, обязательно найдем. Спецназ в пути. Лифты отключены. Проводим эвакуацию. Все подтвердилось. Тиран наверху. Твоя задача — проникнуть туда и вытащить заложников. Неофициально. Твоя цель — Тиран. Ты понял? Ну, в
принципе, понятно. Мне нужна его голова, Лукас. Убей его. Сэр, подозреваемые заперлись в комнате под нами. Готовы проникнуть через стеклянную крышу бассейна по вашему сигналу. Можем ворваться сейчас или найти другую точку входа. Как скажете, сэр. Итак, у нас здесь подствольный дробовик. И что мы еще можем здесь взять-то хорошего? А вот эта вот пушка мне очень нравится. Она с глушителем. Я даже сбросил виктанский автомат. И проникнуть в башню, да? Сейчас нужно будет осмотреться здесь. Может быть, что полезное найдем. Так, 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 друзья, куда же нам... Вот они там внизу. Ну, я так понимаю, что давайте сверху ударим по ним, да? Отлично. Живо, живо, живо! Идентифицируйте цели! Ну а как еще? По-тихому? Не. Пошли, пошли! Жаль, гранат нету. Очень жаль. Ух ты! Очередями стреляет это оружие, что не очень удобно, но дело привычки. Вот черт. Кажется, на втором этаже. Но я хочу полюбоваться красивым видом. Весь мир подождет. Так, наверх, 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 наверх. Перезарядка. Есть. Противник уничтожен. Слышно на всех волнах. Это пульсар. Найди мне этот передатчик. Убери его из эфира. Живо! Итак, нам нужно будет найти передатчики, но я не знаю. Их тут слишком много. Целых три на карте. Где они? И куда нам дальше идти? Надо будет сейчас понять. Где выход? Так, здесь заперто. Я его вижу. Ничего понять не могу. Где тут бойня идет? Может быть здесь? Нет. Абсолютно нет. Там они кричат. Но где? Так, здесь все мертвы, да? Да. С ума сойти, эти стены еще рушатся. Может быть, как-то можно вызвать лифт? Или это может быть какой-то глюк игры? Да, друзья, вот мы влипли. Вот черт, вот они где. Так они, оказывается, тут засели. У нас убиты!
хорошо. Так, вытаскивай его! Вот эта пушка. Мы еще ее не пробовали. Бог ты мой, тут еще и стены проламливаются. Противник убит! В спальне чисто! Так, в спальне это хорошо, что чисто. Вот только дальше теперь куда? В этих лабиринтах легко запутаться. Ага, вот так и будем, да? Стены проламывать. Получается так. Есть, как же они искусно прячутся за баррикады. Я нашел их передатчик. Тирана здесь нет. Посмотрите, что это происходит. Тут заложница. Странно, что-то на нее наведено. Очень какой-то странный предмет. Я, честно говоря, понять не могу. Но давайте развяжем заложника. Развяжите меня! Они идут сюда! Делайте, что хотите! Только вытащите меня! То ли камера на нее наведена, то ли это... Непонятно, что это такое. Вот черт, а! Обалдеть! Это жара! Так, я вызываю, чтобы нас полечили, но не знаю, сможет ли наш дрон полечить нас. Да. Блин, но это было что-то ужасное. Нас спасли. Ух ты. Все? Освободите заложников 1-8. Закончились патроны, это очень плохо. Заходите с фланга! Так, еще одни заложники. Помогите! Они убили мою жену! Давай, давай! Иди, помоги остальным! На помощь! Стены здесь какие-то очень уж хлипкие, если так посмотреть. Я вырву твое сердце! И еще заложник. Быстрее! Поторопитесь! Там еще остались люди. Нельзя их бросить. Центр, это Зулу 2-1. Все заложники спасены. Тень 1-8 постарался. Прием. Понял вас, Зулу 2-1. Отличная работа. Так, а что это такое? 1-8, это центр. Мы получили сообщение, что нескольким противникам удалось уйти. Ждите указаний. Гелан, Тиран перемещается. Сейчас получим данные телеметрии. 1-8. Сканеры показывают, что они на 40-м этаже. Семью этажами ниже нас. Спустимся туда с балкона. Давайте! Понял вас, 1-8. Какого хрена? Откуда стрельба? Ага, это наш дрон. Так. Это было неожиданно.
Я же включил вроде бы радиолокатор. Ага. Так, они здесь с Пруджером ходят. Ну, я его брать не буду, он мне не очень понравился. Немножко косоват, хотя вещь мощная. Что это вот такое? Может быть, как-то можно завести эту штуку? Просто кошмар. У меня совершенно нет слов. Город окутан клубами дыма. Я знаю, что пожарные расчеты сейчас борются с огнем. Боже мой. Еще один взрыв. Глазам своим не верю. Где это случилось? Ну, нам ничего не остается делать, как воспользоваться тросом. С ума сойти. Меня так просто не убьешь. Оставь себе, пригодится. Да уж, не повезло, что я сказать. Вижу Тирана! Он уходит! Тень 1-8. Захватите Тирана живым. Это Синклер. Покончи с ним. Огонь на поражение. Идемте, идемте. Хорошо, друзья. На этом давайте закончим эту серию. Мы будем обязательно ловить Синклера. И, конечно же, мы его обязательно поймаем. Могу вам пожелать хорошего дня, хорошего настроения. Держите себя в руках. Смотрите только хорошее видео. И увидимся. С вами был Никита. Пока-пока.